Сейчас мы с вами попробуем сперва без копоти. То есть вот я достаю ватный диск и просто протираем одну половину экрана. Короче, сейчас эту копоть мы с вами стираем на ватный диск и протираем экран телефона. И сейчас момент X. Выкачиваем воздух и прям резко закрываем пакет, чтобы туда не проник воздух. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем выпуске будем проверять два лайфхака с канала Сливки Шоу. В интернете крайне редко можно найти что-нибудь стоящее и годное. Я потратил около 3-4 часов в надежде и в поисках найти что-нибудь реально прям годное и показать это вам, ну и соответственно проверить. Надеюсь, я вас не разочаровал. Погнали! Практически у каждого в доме есть фото или видеокамера, но зачастую их линзы покрыты слоями жирных отпечатков пальцев. Я поделюсь с вами отличным способом очистки, для которого понадобится обычная ложка, свеча и ватные диски. Зажгите свечу и поднесите ложку к огню таким образом, чтобы на ней начала оседать копоть. Когда ложка полностью почернеет, соберите черный налет на ватный диск и повторяйте процедуру, чтобы у вас получилось примерно вот такое количество копоти на дисках. Дальше возьмите ваш фотоаппарат и с небольшим усилием тщательно протирайте стекло, пока оно не будет идеально чистым. Возможно, вам будет страшно прикасаться этой черной штукой к стеклу, но вы будете удивлены, что этот способ отлично работает. Сейчас мы с вами проверим с копотью и без копоти. Мне кажется, мы будем проверять на экране телефона, мне кажется, ничем, абсолютно ничем не отличается линза от камеры и экран телефона, что там стекло, что там стекло. Нам понадобится экран смартфона, ватные диски, свечи, ложка и зажигалка. Так, я специально вот при вас заляпал весь экран телефона. Сейчас мы с вами попробуем сперва без копоти. То есть вот я достаю ватный диск и просто протираем одну половину экрана. Честно говоря, ну, остались маленько разводы. То есть я сейчас вам постараюсь показать на камеру. То есть, как мы видим, разводы не присутствуют. Сейчас мы проверим с копотью и сравним два этих результата. Короче, сейчас эту копоть мы с вами стираем на ватный диск и протираем экран телефона. Ну, честно говоря, все-таки да, результат он есть. То есть не будем отрицать и врать друг другу. Сейчас вам постараюсь показать. Этот лайфхак оказался рабочим и реально воистину годным. Его можно смело применять. То есть я вам рекомендую, как автор, который проверяет лайфхаки и делать какие-то выводы, этот лайфхак работает. Но его нужно применять, если у вас нет специальной тряпочки. Но с одной стороны, это муторный лайфхак. То есть постоянно нужно ложкой копоть собирать от свечу, потом протирать. Просто купите тряпочку, она стоит вон на Алиэкспресс там за 70 рублей. Делайте выводы сами. Ну а мы переходим ко второму лайфхаку. Вы хотите упаковать еду в герметичный пакет? Возьмите обычную соломку, суньте ее внутрь и закройте застежку. Прижимая пальцем зазор, с помощью рта отсосите воздух с пакета и, не ослабляя тяги, вытягивайте соломинку, после чего резко закройте замок. Конечно, это будет не полный вакуум, но воздуха внутри станет гораздо меньше.
Я и многие зрители неправильно хранят свои продукты питания в своих холодильниках. Есть специальные приборы, которые выкачивают воздух из специальных пакетов, и эти приборы называются вакуумники. При применении этого вакуумника продукты питания сохраняют свою свежесть куда больше, чем в обычном завязанном мешочке и просто лежащей в холодильнике. Короче, меньше демагогии, приступаем к проверке лайфхака. Это реально прям годный лайфхак, если он работает. Нам понадобится специальный пакет с продуктами питания и соломка. Так, как этот лайфхак работает? Уже, в принципе, по ролику посмотрели. Берем соломку, кладем в пакет, придавливаем пальцами и закрываем застежкой. И сейчас момент X. Выкачиваем воздух и прям резко закрываем пакет, чтобы туда не проник воздух. Как будто бананы покурил. Что? Вы что, ебанутый, что ли? Ну, в принципе, конечно, это не как вакуумник, но ну воздуха, ну мало, там вообще его практически нет. Этот лайфхак реально прям вот годный, вот прям годный. Его реально нужно использовать. Вакуумники не, ну сколько они стоят? Даже если посмотреть на Алиэкспрессе, ну 5-6 тысяч. А то и выше. Как бы чем выше цена, тем больше функционала в этом вакуумнике. А здесь просто рот, соломка и специальный пакет с таким замком. Все. И продукты питания, я уверен, на 1000000%, что они будут сохранять свою свежесть дольше, как вот обычно завязываем и кидаем в холодильник. Делайте выводы сами. Этот лайфхак оказался реально рабочим. Я всем... Вася, блин! Вася! Я снимаю так-то! Этот лайфхак оказался реально рабочим. Ну вот, подходит к концу наш сегодняшний выпуск. Ставьте лайки, комментируйте и ждите новых выпусков. Постараюсь к следующему воскресенью снять анбоксинг. И опять будет розыгрыш. Пока. Задание еще давным-давно. Я пообещал себе выпустить свой альбом. И вот уже второй, и по-любому будет третий. Вы уж поверьте, я еще успею, надо есть вам.